16 спортсменок из 4 регионов России под контролем лучших тренеров оттачивают свое мастерство. Пляжный волейбол – летний вид спорта, но самый разгар подготовки к нему – зимний период. Подготовка идет по 3 направлениям – физическая, функциональная и техническая. Участницы разбиты на 2 возрастные категории. По итогам сборов пройдут контрольные турниры, сформируют оптимальные составы, которые в июне представят нашу страну на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Польше. Олег Киселев, тренер молодежной сборной по волейболу из Москвы, отметил серьезную подготовку краснодарских спортсменок. На песчаной площадке восходящие российские звезды спорта. Екатерине Макрогузовой любовь к волейболу с детства привил папа-тренер. Екатерина и ее сестра Надежда – лидеры своей группы. Есть и золото, и серебро, и бронза на юниорских чемпионатах России. Вот. У меня есть как бы один выезд за границу, 5-е место на чемпионате мира до 21 года. В хорошей сейчас физической форме. Не хочу говорить, что там лучше или хуже девчонок. В принципе, все наравне, все стараются, все работают. В перерыве между сборами как бы старалась поддерживать форму и думаю, что сейчас как бы прогрессирую. Хочется, конечно, мастера спорта получить,